не только в России, но и, соответственно, в Турции, Иране, Азербайджане, Армении. Это хотя Армения ВВП или на тысячу населения? Абсолютная величина. И что касается процентов КВП, то следует иметь в виду. Проценты КВП, я еще раз обращаю внимание, это самое неудивительно. Это следует обратить внимание, потому что в отличие, скажем, от России или Турции или Ирана, или даже Азербайджана, Армения, например, имеет меньшую численность населения, чем Грузия, имеет примерно такой же ВВП на душу населения, как Грузия. Тем не менее, расходы Армении военные превышают грузинские военные расходы. И численность вооруженных сил Армении гораздо больше, чем численность вооруженных сил Грузии. По сути дела, Грузия, как бы это ни говорилось, как это ни противоречит нашим традиционным представлениям, обладает сейчас наименьшими по численности вооруженными силами в этом регионе. Посмотрим, какое количество военной техники находилось на территории Абхазии и Южной Осетии. Мы уже говорили о том, что совокупное число танков, бронемашин, бронетранспортеров, артиллерийских орудий, ракетных систем залпового огня на этих двух территориях совокупно превышало соответствующие показатели для Грузии в начале 2008 года. Как такое могло быть, что, еще раз говорю, территории с населением совокупным 250 тысяч человек имели вооружений больше, чем страна с населением независимой, самостоятельной страна, имевшая полное право приобретать соответствующее оружие на мировых рынках, чем Грузия с населением 4,5 миллиона человек. Теперь посмотрим. На территорию независимой Грузии, на территорию там ее республик Абхазии, Южной Осетии, кто-то притаскивает такое количество танков и бронемашин, что это сопоставимо со всем потенциалом Грузии. Да, это не просто сопоставимо, а превышает это. Более того, все молчат. Нет, не все молчат. Об этом говорят, но говорил об этом грузинское правительство, неоднократно заявляя соответствующие протесты. Заявляли об этом европейские державы, заявляли об этом руководство Соединенных Штатов Америки. Основные поставки в Южную Осетию, естественно, шли через тот самый знаменитый Рокский туннель, о котором так много было сказано. Следует иметь в виду, что первые массовые поставки тяжелого вооружения, запрещенного к размещению в зоне конфликта, на другую территорию, в нарушении всех международных соглашений, были осуществлены в конце января, начале февраля 2003 года. За 10 месяцев до так называемой революции РОС, которая привела к власти господина Саакашвили, его команду, Нино Бурджаназа и всех тех людей, кто находится либо во власти, либо в оппозиции к власти сегодня в Грузии. Иными словами, как угодно можно относиться к нынешним грузинским руководителям, но массовые поставки, включая поставку 12 танков Т-55, эти поставки были осуществлены и размещены на военной базе в районе Джавы в конце января, начале февраля 2003 года. К чему привели эти поставки? Эти поставки последующие. Вот смотрим, что было на начало 2008 года. Южная Осетия стала абсолютным рекордсменом по уровню милитаризации в современном мире, превысим в том числе такие милитаризованные державы, как Израиль и Северная Корея. По количеству танков, всех видов танков, Южная Осетия в 3 с лишним раза на 1000 населения превысила Израиль и почти в 15 раз превысила Северную Корею. По количеству БМП и БТРов Южная Осетия превысила показатели Израиля почти в 4 раза, а Северную Корею почти, страшно сказать, в 40 раз по количеству соответствующей техники на 1000 населения. Красная кнопка «Стоп». Красная кнопка «Стоп». Подвожу итоги голосования. 10% считают, что Грузия была более сильной на момент и потратила больше военных ресурсов на момент начала кампании. 90% считают, что это была Россия. Вот это поистине самые лукавые цифры сегодняшней передачи, потому что если мы будем смотреть на Грузию перед войной и будем учитывать то, что говорит господин Ларионов, что мы увидим? На территории Грузии, на Абхазии, Южной Осетии стягивается огромное количество военных ресурсов. Если их считать военными ресурсами, находящимися на территории страны, которая сейчас вступит в войну с Россией, да, то ее потенциал увеличился неимоверно. Если считать, что Грузия вела войну со своими республиками Южной Осетии и Абхазией, то тогда не у Грузии, видимо, был приоритет в этой войне. И вот это контринтуитивно. Грузия, да, а Южная Осетия и Абхазия на момент начала обстрела с Хинвали были более милитаризированы. Ну, я думаю, что не стоит забывать, что в самом
ну, скажем так, вот в полномасштабном вторжении участвовали 40 тысяч российских военнослужащих, поэтому тут, в общем, цифр-то лукавых и нелукавых много. Следует иметь в виду, что вы упомянули как раз цифры, которые физически находились на территории Южной Осетии и Абхазии. Следует иметь в виду, что все вооруженные силы, точнее так скажем, в операции, которая участвовала с грузинской стороной, участвовала порядка, там цифры меняются, от 7-8 до 12 тысяч военнослужащих, около 5 тысяч полицейских, то есть 17 тысяч, то есть это примерно в 2,5 раза меньше, чем российские войска. Но кроме российских войск находились, соответственно, вооруженные силы Абхазии, вооруженные силы Южной Осетии, кроме того, ополченцы, кроме того, казаки, кроме того, добровольцы и так далее. То есть соотношение вооруженных сил, участвовавших непосредственно в военных столкновениях, было более чем трехкратным в пользу российско-абхазско-осетинской коалиции. Если же учитывать все вооруженные силы, которые принимали участие, в том числе и в качестве тылового обеспечения в Северо-Кавказском военном округе, которые были привлечены к этому, то подавляющее большинство экспертов называет цифры в районе 70-80 тысяч регулярных российских войск, плюс все вспомогательные части, которые были на территории Абхазии и Южной Осетии, представляющие соответствующие эти регионы. Следует иметь в виду, что все вооруженные силы Грузии составляли 32 тысячи человек, из которых наиболее боеспособная бригада в численности около 2 тысяч человек находилась в это время в Ираке. То есть даже и по тем войскам, которые участвовали непосредственно в боях, и по тем в целом войскам, которые участвовали во всей этой операции, соотношение 3, а может быть даже 3-кратно, а может быть даже более высокое в пользу коалиции. Мы не будем проводить итоговое голосование, которое мы запланировали для того, чтобы повторить тот вопрос, который мы задавали в самом начале, на ком лежит ответственность за грузин-российский конфликт. Я так понимаю, последнее голосование, которое мы только что проводили, настолько тебя впечатлило, что ты решила не дублировать его. Действительно, потому что получается, что наши слушатели, которые сейчас голосуют, они каждый раз голосуют, исходя из тех соображений, чтобы поддержать Грузию и не поддерживать Россию. Если бы было хоть какое-то противоречие... Очень убедительно говорит. Да, у нас, конечно, идет агитация во время голосования, но если бы было хоть одно противоречие, хоть один не такой расклад голосов, я думаю, имело бы смысл провести голосование. Поскольку такого не произошло, мы голосование проводить не будем. И у нас остается 9 минут до конца эфира, и вот что я хотела бы вам предложить. У вас огромное исследование, у вас огромное количество цифр, телезрители могут видеть количество бумажек, лежащих на столе перед Андреем Николаевичем. Есть те цифры, которые мы не успели сегодня назвать, и есть из них, на мой взгляд, довольно интересные цифры и факты, в частности, касающиеся эвакуации мирного населения. Меня волнует вообще, честно говоря, больше всего это как раз мирное население. Из Южной Осетии, из Тхинвали, из Грузии, из Поти, из Горя. Происходила ли эвакуация? Когда? Кто лучше подготовился? Кто больше о своих заботился? Эти данные хорошо известны. Эвакуация из Тхинвали и осетинских сел, окружающих Тхинвали, началась 2 августа 2008 года. Эвакуация из грузинских деревень началась 7 августа. И уже тогда, когда эти деревни, эти села оказались под непрерывным артиллерийским обстрелом. За почти неделю до полуночи 7 на 8 августа, я уже говорил об этом, с территории Южной Осетии было эвакуировано 20 тысяч человек, что составляет более половины от населения Южной Осетии, по оценке на тот период порядка 35 тысяч, предлагаемые наиболее серьезными, солидными международными наблюдателями. По этому показателю отношение эвакуированных к общей численности населения, это отношение практически полностью соответствует и даже несколько превышает соотношение эвакуированных к общей численности населения Косово в 1999 году, в марте 1999 года, когда разворачивался косовский инцидент. Дело в том, что российские власти попытались представить юго-осетинскую историю в качестве полного, стопроцентного зеркала косовской ситуации. Их можно поэтому понять. Для того, чтобы, поскольку именно в Косово идея
гуманитарная интервенция для спасения жизни гражданских лиц была использована для внешней интервенции. Собственно, в этом смысле как бы российские власти пытались повторить это по отношению к Южной Осетии. Именно поэтому до начала всех военных действий было эвакуировано ровно столько же в процентном отношении к численности населения Южной Осетии, как и в Косово за 9 лет до этого. Тогда из 2 миллионов населения Косово беженцами стало примерно 1 миллион человек.